Покажу интересный момент. Дрюссель, вот кафе, жилой спальный район. И вот так вот выглядит заправка. Да? Вот жилой дом, сверху люди живут, свет горит. А на первом этаже реальная заправка. Все работает. Что-то нету. 98-й закончился. 95-й дизель. Все в продаже круглосуточно. Прикольно, да? Вот у нас техника безопасности. Километр туда, километр отсюда. Да, до жилого дома 2 километра. А тут реально на первом этаже бензин. Welcome. Брюссель.